Всем привет! Мы едем куда, Дейка? Парк. В зоопарк. Скажи, куда мы едем, Дейн? Ну, поучаствуй у нас. Зоопарк. Нет? Не зоопарк. В зоопарк. Кого мы там хотим увидеть? Зверей. Зверей, да. Животных. Кого ты больше всего хочешь увидеть? Мартышек. Мартышек? А львов, тигров? Слонов. Там есть слоны? Я не знаю. Мы едем в этот ташкентский зоопарк. Вот сейчас увидим, какие там животные у нас живут. Сегодня у нас какое? 14 июня? Да? Или 14 или... А, 13 июня, да. Так что поехали с нами вместе. Ну, Дё, скажите привет всем. Привет. Привет, потом будете видеть. Да, привет, Узбекистан. Дай-ка пошли. Пойдем посмотрим, смотрите, какой вход в зоопарк. Сделали такие решетки. Пойдем посмотрим, сколько стоит. Старше лицам 15 тысяч суммам, детям с 7 лет до 16 лет 10 тысяч суммов. Так что вот так. По возрасту 10 тысяч суммов. Вот, короче, лицам 16 лет и старше 15 тысяч. Короче, детям. Нам нужно заплатить, да, только? Да. Бесплатно. Билетик, Дейка, покажи билетик, Дейя. Билетик, маме только купили билетик. Пошлите. А это еще мне, мама. Давай, солнышко, дай дяде билетик. Потом снимем, сейчас не снимайте. А? Потом снимайте. Да-да, снимаем потом. Да, пойдем. Дейка, под низом иди. Спасибо. Так что вот так вот. Пришли мы в зоопарк. Сейчас посмотрим, что к чему будет. Детки довольны. Сейчас такая погода волшебная. Как раз для зоопарка. Не жарко? Конечно, вот сейчас около 3 часов дня. И такая погода прохладная. Смотрите, это страус. Страус, страус. Страус, Дейка, страус. А вот смотрите, там зайчики. Пойдемте посмотрим, Олесь. Асланчик, ты только не пугай. Пойдем еще посмотрим. Смотрите, эти мышки. Дейка, смотри, хомячки какие. Хомяк золотистый. Ёжик. Ёжик, ёжик, ты колючий. Помнишь капелька, которая? Привет, я это ёжик. Дейка, как там поют? Голуби какие красивые. Ой, какие красивые. Это морские свинки. Черепашки. Пойдемте. Вон девушка за черепашками смотрит, да? Кормите, да, девушкой? Купаете. Купаете? Угу. Такие красивые черепашки большие. Угу. Ну, здесь как всегда, как можно без развлекательных центров всяких для детей. Даже здесь это происходит. А. Смотрите, здесь даже аквариум есть. Дом бабочек тропических. Пошли, Дейка, вот здесь вход, вон там. Пошли, моя девочка. Пойдем, солнышко мое. Тебе нравится, что мы пришли в парк? Да. Тебе не тяжело с портфелем идти? Хочешь, я возьму рюкзак, если тебе тяжело? Да. Давай.
И коралловые рыбки, они всегда красивые, яркие, видите ли? Дейка, тебе нравятся коралловые рыбки? Немо нету здесь? Вот давайте найдем Немо. Давайте будем искать Немо. Помнишь Немо? Да. Да, смотрела такой Немо? Немо. Немо, мультик Немо. А там что у нас? А там кораллы показывают, как растут, видите? Только там ремонт, это был бассейн тоже. Аквариум был. Бассейн для рыбок. Тоже кораллы. Смотрите, какие рыбки красивые. Ищите Немо. Кто найдет Немо, получит сюрприз. Смотрите, какие гигантские рыбки. Колосома черная. В Амазонке такие рыбки плавают. Представляешь? Олесь, такую рыбку скушаешь? Это такая черепашка морская, бедная черепашка. Похоже на динозавра. На динозавра похоже? Да. А смотри, какая гигантская рыбка. Дэя, посмотрите, рыбы какие. Арслан, иди-ка сюда. Иди сюда, не убегай. А то потеряешься, тебя дядя как он заберет, Арслан. Мама, я тебе... Смотри, мы пришли, обезьянок смотри. Арсланчик, смотри, в отражении обезьянка какая. Ну вот-вот, прям перед тобой стоит обезьянка. Прям перед тобой стоит обезьянка. Сидит в одиночестве. Сижу за решеткой в темнице сырой. Это вот то же самое наказание какое. Арсланчик, иди сюда, вот ты сам увидишь. Вот, молодец. Он сидит наверху. У них чилинг. Вот сразу за деньги здесь обезьянчик с обезьянками. Арслан, идем, мы потом еще подойдем к ней. Пошлите. Красотка какая. Это девочка или мальчик? Девочка. Это девочка. Красивая девочка. Бедно, они все спрятались. Красиво. Он даже тебе сам сказал, что не стучи. В ответ видела? Он не хочет с тобой разговаривать. Два. Третья обезьянка маленькая. Мы пришли, конечно, в такое время, когда животные спят все. Вон они спят. У них тихий час у всех. Мама, это зверь. Вон тигр тоже спит. У них тихий час. Видишь тигра? Течка. Тихий час у нее. У кого тихий час? А почему Дейка тогда не спит в тихий час? Мишка косолапый. Дейка, скажи, по лесу идет. Шишки собирает, в корзиночку кладет. Он сейчас просить будет нас что-нибудь. Мы Мишке у яблочка угостили. Еще будешь, Миша? Я тебе кидаю. Лови, Миша! Лови. Опа, не попала. На, Мишка, на. Молодец, смотрите, как он красиво кушает аккуратно, просто прелесть. Мое солнышко. Еще ловишь? Еще ловишь? Давай. Раз, раз, в бейсбол играть с тобой будем. Оп, молодец. Умничка. Ты мой хороший. Еще будешь яблоко? Еще будешь яблоко? На, держи. Опа.
Бейсбол. Мы с ним бейсбол играем. Смотрите, лежит у него на лапке яблочко. Бум, он наелся, он не хочет больше. Хватит. Ты хочешь еще? Может, сухарик будешь? Вот, смотрите, все спят животные, не повезло нам. Видимо, не надо приходить надо сюда вечерком приходить. Надо посмотреть, до скольки работает здесь зоопарк, и приходить сюда вечером гулять. Что там? Верблюд какой, смотри, и лошадка. Катаются на лошадке, и верблюди, смотри. Пошли. Что, солнышко? Подожди, 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 подожди. Хочешь на пони поскольку? Идем, садись. Идем, 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 садись. Как зовут вашего пони? А? Ботя. Ботя, Ботя, привет. Покатаешь Дейку? Ой, какой красавчик. Красавчики. Тебе понравилось, Дэя? А можно его яблочком угостить? Нет? Нет, не надо? Одну давайте здесь. Будет? Не, не надо, давайте. Уже вот здесь можно ее снимать. Дэя... Зачатый, а, да, да, хорошо. Вот, вот он, да. Он хочет укусить его за зад? Да. Смешно, веселый. Один раз уже кусал, я получил от этого. О чем вы?